встать бы на поверку. Ох, где мои 18 лет? Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Как вспомню, Афган. Ух. Ё-моё, блин. Вспомню, Афган. Свалившись на крыло тюльпана, слушай, майор, мне некогда. Мы проклинали. Давай поболтаем позже. Работу. Опять пацан подвел потери роту в Шинданде. Третий день на казарменном положении. Достало. В окне автобуса поплыл ебаный военкомат, а тёлки тупо сбились в кучу, машут, что-то кричат. Мы отдыхаем, пожалуйста, не мешайте. Оу-оу, теперь ты в армии, нахуй. Кругом затылки мордокоп, тебе подобно кричат. И мысль одна на все снует по ним вперед и назад. Нам месяц до дембеля, пусть лучше тут. Оу-оу, теперь я в армии, нахуй. Теперь я в армии, нахуй. Теперь я в армии, нахуй. Потом мудной распределитель, 100 дебилов в трусах, а дальше форма, бля, учебка, бля. Добрый день. Оружием с газом, двигателем автоматики, магазинным питанием и воздушным охлаждением ствола. Извините, я на посту. Здравствуйте, товарищ майор. Только что звонили из штаба. Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Здравия желаю. Третий день на казарменном положении. Достало. А я тут сайт Пентагона взламываю. Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Хм, когда же придет письмо от жены? Подождите, когда я освобожусь. Сегодня у офицеров будет шикарный обед. Оружием с газом, двигателем автоматики, магазинным питанием и воздухом. Три месяца до дембеля. Как меня все это задолбало. Сегодня в столовой опять была каша.
Калашникова АК является автоматическим оружием с газом, двигателем автоматики. Похоже, рессора полетел. Придется менять. Я пока побуду здесь. Мне некогда с вами разговаривать. Сдавали нормативы по стрельбе. Я лучший. Моя голова, она болит. Здравствуйте, товарищ майор. Меня просили ознакомить вас с новыми экземплярами средств первой медицинской помощи. Новые образцы поступили только вчера, поэтому нужно провести инструктаж личного состава. Итак, эта маленькая аптечка поможет вам восстановиться после легких ранений. Комплект входит обезболивающие и бинты для перевязки. Большая аптечка – лучший способ восстановить здоровье и потраченные силы. В комплект входят стимуляторы, транквилизаторы, а также все необходимое для перевязки. Помогает выжить даже при самых тяжелых ранениях. Надеюсь, вам все понятно. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Товарищ майор, а как вы переносите на ВКИ? Результаты анализа вашей крови будут готовы уже завтра. Ставила вчера прививку солдату, а он, как увидел шприц, свалился в обморок. Куда же я подевала эти таблетки? Ума не приложу. Какой сегодня солнечный день. Кто-то фуражку забыл. Наверное, наш брат. Надо бы в столовую сгонять. Разрешите пройти. Здравия желаю. Прапорщик Сомов послал меня за вами. Он ждет вас на складе. Сегодня завезли новую экипировку. Вам нужно ее осмотреть. Я провожу вас до склада. Сегодня в столовой опять была каша. Вчера сдавали нормативы по стрельбе. Я лучший. Извините, я занят. Мне нужно работать. Давай поболтаем позже. Воу, теперь ты в армии.
меня все это задолбало. Ну вот, мы пришли. Наш прапорщик ждет вас. Заходи, майор. Сегодня нам завезли кучу новой экипировки. Пора разобраться, что к чему. Примерь этот бронежилет. Это новейшая модификация. Облегченный вес и повышенная прочность защитных пластин. Вещь. Этот шлем мы давно заказывали, но пришли они только сегодня. Используя щиток, ты можешь защитить лицо от пуль. Классная штука, особенно если тебе дорога твоя голова. Забирай и пользуйся. Кстати, сейчас в подвале идут занятия по химзащите. Прежде чем уйти, сходи вниз и обязательно выбери для себя противогаз. Даже придет письмо от жены. Третий день на казарменном положении. Достало. Что, дурья твоя башка? Опять забыл, что писать? Солдат должен знать все свойства поражающих газов на зубок. Если сейчас же не напишешь мне формулу, будешь в этом противогазе до дембеля куковать. А, майор, здравствуй. Ты, наверное, за противогазом. Посмотри там на столике. Можешь забрать любой, какой тебе больше понравится. Ну что стоишь, солдат? Давай вспоминай, мы все ждем. Мне некогда с вами разговаривать. Я занят. Мои солдаты ждут. Уходишь, майор? Ладно, удачи на стрельбах. Здравствуйте, товарищ майор. Надо бы проверить дежурство. Этот грузовик поедет сейчас на продовольственный склад. Мы ждем нашего прапорщика со сметой. Ходил сегодня на стрельбище. Никак нет! У меня нет желания разговаривать. Твою мать! Какая сволочь здесь навалила куча!
желаю, товарищ майор. Наконец-то наши ребята снова все в сборе. Мне нравится новый шлем. Не терпится испытать их в деле. Добрый день, товарищ майор. Все офицеры из группы Альфа сейчас тренируются на стрельбище. Сейчас же идите туда, вас ждут. Здравия желаю. Разрешите доложить. Никаких происшествий на КПП во время моего дежурства не было. Майор, где тебя носит? Наши ребята уже почти все отстрелялись. Спускайся в подвал, дежурный откроет тебе оружейную. Ты сможешь выбрать себе ствол. Действуй. Давненько вы к нам не заходили. Третья оружейная комната открыта. Ваше оружие и боеприпасы там. Сейчас бы сигаретку закурить. Разрешите пройти. Сдайте ваше оружие, товарищ майор.
Mm-hmm.